Привет всем, чуваки. Сегодня мы идем в 3D класс Симурят. Сегодня мы играем в машинке. У меня есть вот такая машинка. Мне нужно в горе получить. И у меня есть байк. Вот этой машинки нет, потому что я не хочу долго смотреть видео. И вот этой нету. Пацаны, давайте поедем на вот этой машине. Сегодня мы будем кататься. И сушу называется 3D класс симулятор. Пишите, что мне делать за трюки в этой игре. Погнали. Вот загружается игра. Идем. Загрузилась. Давайте все делаем. Я не самый лучший водитель, конечно. Но дрифтить умею. Короче, сегодня будем делать трюки. Кто думает, что назад не и только надо ждать, чтобы подъехать, надо нажимать на переднюю кнопку, как вы едете. Го, поремонтирую машину. Все сказали, го, поехали. Сейчас посадку накачу. Итак. Так. Авторемонтерская. Погнали в авторемонтерскую. Как это назвать? Не помню. Сейчас поворотник. Тут дядька стоит. Он на красный свет поехал. Получай. Отлично. Стоп, пацаны. Сегодня, короче, мы будем делать трюки, кстати. Поехали. Ладно, не будем делать трюки. Пишите, что за трюки мне делать. Я буду пытаться делать. Кувырки у меня отлично. Рубрики. Чуваки, зайдите на мой канал, брат. Я не рассказывал про него. Это раньше он был Пролог, теперь Влад Шатогин. Да, интересное имя. Куда мне? Вот. У него всего 8 подписчиков, он забыл про свой канал. Вы подпишитесь на него. Тогда он будет рад. Либо он не захочет. Либо он просто не заходит на канал, но все равно подпишитесь, потому что тогда он может получать деньги. Но сначала на меня подпишитесь. Если смотрели игру в кальмара, подпишитесь и лайк поставьте. Если не смотрели игру в кальмара, тоже поставьте лайк. Интересно. Вот финиш уже скоро будет. Сейчас будет. Стоп. Авторемонтерская. Авторемонтерская. И... Стоп. Блин, а. Ёп макарёк.
Давайте заражаем, ребята. Что за фиг? Отлично. Спасибо, чувак, то, что поднял меня. Давайте поставьте лашу, моя машинка выехала. Оп. Давайте. Что у меня турбины? Теперь понятно. Оп. Оп. Какой цвет мне сделать? Скажите в комментариях. Чувачки, я сделаю. Давайте сыграем заново, потому что у нас не получилось. Запустите игру заново. Да, игрушка фактически вращение и игры не очень разные, нелицензированные. Поехали. Погнали! Хорошо, что у меня звука нету сейчас. А то бы сейчас кричал на всю улицу. Так. Давайте поедем. Кстати, дрифт от гонщика нелегального, то, что был, хотел сказать. Бугатти. Этот чувак, походу, ее за 30 миллионов купил. Хе-хе. У него деньги есть. У меня есть У меня есть Ламборгини Хуракан. Я думаю, я сейчас на ней езжу, потому что я не понимаю, какие машины Хуракан, какие нет Ламборгини. Давайте сделаем необычное сейчас. Все. Стой! Блин. Короче, сейчас вернемся, буду делать трюк. Погнали. Ну кто просил в воду кинуться, то вот и кинулся в воду. Окей, вернулись, сейчас будем делать трюк. До этого мне лучше расходиться, я буду дрифтить. Погнали. Попробую задрифтить. Окей. Погнали. Оп! Ладно, вернемся опять. 331 попытка. Надеюсь, что я сделаю трюк на видео. Окей. Я не хочу даже сейчас ничего говорить. Погнали. Окей, мы... Да! 336 попытка. Погнали. Нет, стоп. 366. Ну окей, вот это трюк. Всем пока. Сегодня я делал один трюк. Пишите, какие трюки делать.